Балахтам – это большой поселок на берегу полноводной реки Чулым. Место с бескрайними полями, лесами и обрывистыми берегами. А для меня Балахта – это главное воспоминание детства. Жили мы на улице Космонавтов, в уютном домике. Летом с ребятами катались на велосипедах и купались в Чулыме. Зимой же отправлялись в ледовую переправу на лыжах или рыбачили. Это практически центр деревни. Мы сюда с парнями, с друзьями приезжали летом на велосипедах. Тут рынок небольшой работал. А еще здесь много зданий красивых, старинных, в 19 веке, насколько я знаю, построенных. Одна из главных достопримечательностей Балахты – ряд старинных кирпичных домов, построенных еще в царское время. Сейчас редко получается выбраться сюда, но, работая на Енисее, я часто слышу название близкого душе поселка и вспоминаю свое детство. С детства о Балахте самые радостные и трепетные воспоминания. Рад сюда вернуться.